Чё, парни, это начало серии. И ты впервые. Всем привет, я впервые в кадре. Тот самый Миша, который все снимает. Наконец-то мы разобрались, почему у нас не работало сцепление. Мы думали, что у нас дело в вилке. Где она тут? Вот, вилку мы новую купили. Сняли старую, она у нас ровная. Сняли корзину. Корзину я куда выкинул уже? Тут. Корзине тоже пи***ц. Скажем, вот так вот, вот примерно вот так вот ей очень хорошо. Но это все фигня. Самое главное — диск. Вот я снял корзину, но диск мне от маховика не отлепить. Как это сделать? Опа, кап, сдай ему всему нахуй. Маховик цел? Маховик цел. Не, даже не сильно накалено, немножко ржавчинки. Сцепления нет, от слова совсем. Он тоненький. Ничего на нем не осталось, он уже заклепки терлись. Ездили до победного. В общем, едем за новым комплектом сцеплением, кидаем коробку обратно и кардан. И валим. Наваливаем бачком. Ну, сначала просто валим. Партнером проекта выступает e-каталог, удобный поисковик товаров, в нем вы можете найти, что потребуется, начиная от наручных часов, заканчивая стильными дисками. Пацаны, на сегодня это уже все, мы закругляемся, сняли коробку, поняли, что проблема в сцеплении, завтра с утра едем за запчастями, центруем сцепление, ставим коробку на место и пробуем уже проехаться на машине. Всем спасибо, ребят, это для вас пройдет секунда, а для нас пройдет целые сутки. Итак, парни, наступил новый день, я приехал в гараж. Денис еще не приехал, но в ближайшее время подъедет. Я уже купил новое сцепление. Соответственно, корзина, диск, новый жёный подшипник. Вилка у нас куплена была еще вчера. Сейчас это будем постепенно внедрять в машину. И надеюсь, что в этой серии мы наконец-таки покатаемся, помоем эту машинку. И, значит, продолжим. Вот, давайте, следующее включение будет уже, когда будет Денис. А я пока полез под машину. Вот туда. И буду ставить сцепление. Давайте, парни. Итак, я приехал в гараж к Мише. Миша уже сходил, купил сцепление, корзину, выжимной. Все в комплекте было. И стоило 2300. Сейчас мы это все поставим на коробку. Просто сравните сцепление, которое было, из-за чего нам было не включить передачу. Оно просто сточено уже по максималке. Также он прилипал уже к маховику. И смотрите, какие лепестки здесь на новом сцеплении. Также у нас новая корзина и новый выжимной, который не воет. Ну, у нас старый выл немножечко, но ничего, поставим все новое и поедем уже. Ну что, ребята, мы уже поставили коробку, поставили кардан. Давайте попробуем сейчас завестись и попробуем уже двинуться хотя бы, ну, попробуем хотя бы двинуться. В идеале бы хотя бы вот эту штучку поставить. Да и так нормально. Блин, фигово. Дрифт какой без этой штучки-то, что? Сейчас фигак не выехать вообще. Главное, чтобы движок тянул. А? Главное, чтобы движок тянул. Главное, чтобы заелись. Ну что? Сейчас, может, клемма. Готовы? Поехали, пробуемся. Так. И... Ну, почти. Thank you.
По кадрам вы уже поняли, что мы съездили на мойку, отмыли нашу машину. Просто кто тоже мыл машину, они были в афиге от этой машины, от нашего харда, как мы просто мыли. У нас отлетала краска, у нас просто в салоне вода, мы просто... Это ужас. Но это в одно и то же время, это круто. Ну, что, разбил ребята? Зеркало. А? Разбил зеркало. Да, кстати, разбил левое зеркало водительское. Все, теперь не могу двигаться. Ищем зеркало теперь. Кстати, можно сделать вообще зеркала по этому, на капот. Это будет круто. Потом. Ну, посмотрим вообще, как пойдет. Не, если надо, будет, поставим. Ну что, ребята, всем спасибо, что смотрели данный ролик. Подписываемся на канал, кто не подписан. Ставим лайки. Всем спасибо, всем удачи. Пока.